Мотор. Поехали. Выключай нахуй. Поехали. В общем, ситуация такая. На светофоре, на дэшке, включая нагрузку, печка, что там, поворотник какой-нибудь. Когда включали дворники на максимум, коробка пыталась переключиться сама, машину сильно дергала. Причина была в кислороднике. Замыкала масса кислородника, и блок просто сходил с ума управление. Здравствуйте, дамы и господа. Приехал такой степ-вагон Honda с проблемой, которая просто не укладывается в голове. Дергание коробки при переключении дворников, поворотов. То есть непонятная вообще с коробкой связь. Разобрали следующие причины. Замкнуло датчик лямбды, кислородный датчик, находится на глушителе на трубе. Ребят, ну вот разобрали мы, прозвонили, вот такая вот замкнула лямбда на массу. Подкинули новую лямбду, другую, чтобы считывала сигналы, хоть какие-то подавала. Сразу заработала адекватно коробка, перестали моргать дворники. Многие не могли разобраться в этой причине автоэлектрики. Ну и у нас ушло 3 дня на проверку, чтобы выяснить этот факт. Прозвонили все полностью, все электросистемы, все было в порядке. При нажатии на педаль тормоза срабатывали поворотники и срабатывали дворники, щетки очистителя передних стекол. Также включался задний ход и все остальные габариты. Мы уверены, что это видео кому-то будет очень полезно и исправит положение. Боже мой, ужас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.